Приветствуем, дорогие друзья, подписчики, с вами Дельный Метрополитенчик. Это у нас вторая часть экспозиции на Балтийском вокзале, музей РЖД. Это у нас БЛ-82М-065. Это двухсистемный электровоз, который, кстати, может кататься от Москвы до Владивостока, не меняя. В 1977 году изготовлен. Уже по табличке видно. Так, это у нас маневрак Т1. 20-135. Вот так он выглядит у нас. Завод номер 75. Так, Министерство транспорта и машиностроения. 49-й год. Вот там Т3 хранится, вот там вот. Ой, здесь экспозиция очень большая. Мне, скорее всего, не хватит места. Ну, постараемся. А здесь как можно больше экспонатов. Вот я иду тут. Да, это что у нас? М-62-1. У вас. Грузовой тепловоз М-62-1. Построен на ЛТЗ имени Октябрьской революции в городе Луганск. Луганская Народная Республика. Сейчас. Так, а это что у нас? Магистральный тепловоз 60-х и 60-х. Вот и куда лесенка везет. Так, это у нас ФК-07. Вот так он выглядит у нас. Где был произведен? Грузовой электровоз переменного тока ФК-07 на заводе Альстом, Франция, в 59 году. Сейчас. Это ВЛ-60К-065. НЭФС построен. Грузовой электровоз переменного тока ВЛ-60К-065 на Черкасском электровозостроительном заводе. Ладно, сейчас потом продолжим съемочку. Так, давайте продолжим с вами. Вот у нас контактная подвеска, яркий пример того, как там механик что-то там делает. Это у нас автоматрица АДМ-751. Осторожно, высокое напряжение, знаем. Здесь его вряд ли нету. А это у нас такая штука вот. Я в Красноармейске видел ее. Вот это уже. Для ремонта, обслуживания контактной сети. Так, что у нас? Полувагон. Простой на вагоностроительной газеты «Правда», не про Дзержинск. Так, полувагон. На Крюковском вагоностроительном заводе. Крюковском. Так, ВЛ-41-060. Это у нас с вами. Днепропетровский электровозостроительный завод. В 64-м году. Вот так он у нас выглядит. Мордочка его. Конечно же, легенда ЧМ-3-001. Самый первый тепловоз этой серии. Это самый популярный из всех тепловозов. Зародичи КД, Чехословацкая социалистическая республика. Ох, только я все его знают прекрасно, наверняка, кто там поезда снимает. Так. А это у нас что за локомотив? ВМЭ-1, маневровый тепловоз. Сзади Гасмова, кстати, тоже как и Д1. Да. Так. ТГМ-3. Где у нас? Вот он. С гидромеханической передачей. На Ильинском тепловозостроительном заводе. Это ТГМ-1 у нас. Так, а это у нас ТГЭ. Ну ладно, у меня сейчас просто сейчас завершается съемочка. Нет места. Так что закругляемся будем.